Чувашии более 4000 детей-инвалидов. Все они нуждаются в заботе и поддержке со стороны государства. Необходима им и наша помощь. Валентина Петрова, бабушка особенного мальчика, обратилась с просьбой к уполномоченному по правам ребенка в Чувашии. Вячеслав Рафинов нашел людей, которые смогли помочь ребенку-инвалиду. Помощь была. Депутат Госсовета Николай Николаев и депутат Чебоксарского горсобрания Валерий Антонов быстро решили вопрос и подарили Ярославу Смирнову кровать, адаптированную для детей с ограниченными возможностями здоровья. Николай Станиславович возглавляет Федеральный центр травматологии и, как никто другой, понимает проблемы детей, которые не могут самостоятельно передвигаться. Ярославу 7 лет. Он не может сидеть без посторонней помощи, практически не видит. Бабушке и маме необходимо находиться рядом с ним 24 часа в сутки. Мальчику требуются особые условия проживания. Эта функциональная кровать во многом облегчит жизнь Ярославу и его близким. С помощью пульта регулируется высота кровати, поднимается изголовье. Своими силами такую кровать бабушка с мамой не смогли бы купить. И очень благодарны уполномоченному по правам ребенка за содействие. Я с ним поговорила, он сказал, я постараюсь вам помочь. И через где-то 2 дня он мне звонит и говорит, я нашел депутатов, неравнодушных к вашей беде. И вот, пожалуйста, кровать стоит здесь. Я очень вам благодарна. И мама у нас очень скромная, она не стала выходить, она тоже признательна вам очень.